В этом видео расскажу об этом электрическом утюге Polaris. Ну и на его примере мы поймем, каким должен быть современный утюг. Смотрим, что в коробке. Самое главное в утюге – это, конечно, подошва, потому что она соприкасается с бельем. Здесь она пятислойная, керамическая. Это дает максимально бережное глажение, никаких каких-то слишком заглаженных мест, таких лоснящихся. С этим утюгом у вас не будет. Кроме того, здесь работает технология Smart Heat, которая обеспечивает полный нагрев вот всей поверхности, которая гладит всей подошвы. Про безопасность производитель тоже подумал. У вас не будет ситуации, когда вы забыли выключить утюг, потому что если вы оставите его горизонтально, то он сам выключается через 30 секунд. И если вертикально, то то же самое происходит, только через 8 минут. Подумали здесь и про защиту от накипи. Здесь есть технология снижения ее образования. Кроме того, здесь есть функция самоочистки. Еще если вернуться непосредственно к процессу глажения, то здесь есть антикапельная система, чтобы на подошве во время глажки не образовывались капли и они не оставляли следов на белье, на одежде. Здесь довольно вместительный резервуар для воды, 350 мл. У этого утюга хорошая мощность, и поэтому у него очень достойные такие паровые показатели. Здесь, конечно, есть обычная классическая сухая глажка. Кроме того, постоянная подача пара, отпаривание с интенсивностью хорошей такой 50 грамм в минуту. И есть режим парового удара. Здесь вообще 190 граммов в минуту. Плюс его можно использовать в режиме вертикального отпаривания. Управление здесь классическое, такой понятный всем привычный поворотный регулятор. Есть регулятор интенсивности подачи пара. И сверху тоже классика, кнопка смачивания подачи воды, разбрызгивания, смачивания вещей. Провод здесь длинный, 3 метра. Это позволяет использовать утюг максимально удобно, вот там, где вам удобно. И кроме того, здесь также максимально удобное шарнирное крепление. Но это обеспечивает, опять же, максимально удобную глажку. Да, вот в процессе вам провод не мешает. И еще один интересный момент, связанный с этим утюгом. Вот он здесь даже обозначен на коробке. Эта модель разработана при участии и под контролем швейцарских специалистов, швейцарских инженеров. Что, на мой взгляд, только добавляет ей очков, добавляет ей надежности, удобства и качества. Ну и что? Остается только сделать правильный выбор.